Доброе утро. Помните, я говорил, у нас тут интернациональная компания. Сегодня завтрак с ребятами из Китая. Нихао. Нихао. Блогер, что ли? Блогер, что ли? Он просто делает видеоролики. Да, в общем, мне нужно просто маме и друзьям рассказать, с кем я тут общаюсь. Просто они оба живут в Китае, Пекин и как вас называется? Сямэнь. Сямэнь. И чем вы там занимаетесь? Я учусь на журналиста. Вот, добрый день. Я живу тоже в Китае. Стараюсь работать English teacher'ом. Чем мне нравится Бали больше? Во-первых, я китайцев люблю, честно. Вот. Я их как бы уважаю за то, что они развиваются. Все. Но вот скажу, что от них нужно отдыхать, потому что это на самом деле разные менталитеты. И они совсем другие. Они не такие, как славяне. И поэтому первое — это отдых от китайцев, от Китая вообще в целом. От смога пекинского. Там просто ужас. Если ехать на Бали, то я бы не советовал ехать сюда, в Куте, где сейчас находимся, а ехать туда, где-то в Гуд. Вот, там очень красиво, очень спокойно, там можно так присесть и медитировать. Да. Ну и конечно, никакой день не обходится без проливного ливня. Ну а дальше сегодня будет пятница. Пятница – это самый напряженный и интересный рабочий день, поэтому не буду ничего про него рассказывать. Давайте очень быстро перенесемся в вечер. Для начала мы пойдем в клуб Sky Garden. Правильно, Антон? Да, Sky Garden. Небесный сад, короче. Это тот самый клуб, про который говорили пьяные русские девочки еще в первый же вечер. Там очень классный клуб, просто шикарный Sky Garden. Нам обещают безлимитный шведский стол. Должно быть интересно. How much? $115. Yeah. Your camera put in a locker. Okay, so no camera there. No camera inside. You can put in a locker. We give you the key. Какой ужас! У меня отняли камеру, и вы не сможете увидеть шикарные виды с крыши этого ресторана. А виды правда шикарные. Мы засели с едой на террасе на крыше и любовались закатом, который сегодня был очень удачным. Или вот машинки внизу, такие интересные. Тем временем наступила ночь, а мы наелись и решили, что больше не хотим стоять в этих очередях ни за едой, ни за напитками. А после в 8 на еженедельную балийскую встречу коучсерферов. И здесь же мы, как и договаривались, встретились с еще одним нашим другом Женей. Привет, привет. Отлично выглядишь. Я 3 дня жил в горах, вот совсем недавно вернулся, и там дожди шли 20 часов в сутки. Я находился на высоте 1600 метров и прямо в облаках. И когда облака рассеивались, это было очень редко, открывался потрясающий вид. Но в основном весь период я просидел в облаках. My own channel, but it's not ready finished yet. What's it about? I make a motor vlogger. You know that? I put my camera on my helmet. And then I just go like. Hey. Hello. Bonjour. Je viens de la Nouvelle-Calédonie. Je suis en vacances ici à Bali. J'ai trouvé des amis. Oh, bonne soirée. Thank you very much. Okay. Très bien. Bye. Très bien. Au revoir.